о прогнозах расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – детский плавательный центр «Аквалайф». 4 марта, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус ниже 0. Днем – нулевая температура. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 763 миллиметра ртутного столба. Звезды говорят, завтра самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. Время удачно для старта любого важного дела. Люди, родившиеся в этот день, всегда к чему-то стремятся, готовы на высокий подвиг. Они часто харизматичны, способны зажечь людей и повести их за собой. Нам звезды советуют не придавать большого значения. А нашего спонсора посетить стоит. Детский плавательный центр «Аквалайф» – волшебная страна чудес для ваших детей. Бассейны, игровые комнаты и детское кафе. «Аквалайф» заботится о ваших детях. Железнодорожная, 31А. У меня все. Желаю вам ясного настроения и успешного дня. До свидания!